рамках 16-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения» на площадке Казанского университета состоялось заседание круглого стола на тему «Новая модель государственной регламентации образовательной деятельности». Все подробности в сюжете. На заседании круглого стола принимали участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, ректор Всероссийского государственного университета юстиции Ольга Александрова и другие руководители и представители образовательных организаций. Новая модель заключается в том, что действительно старая модель себя изжила. Для любого вуза, неважно, это маленький негосударственный вуз или федеральный университет, это большой стресс, значит, для не только руководителя был высшего учебного заведения, а для всех преподавателей в том числе. Руководитель Рособранадзора Анзор Музаев подчеркнул, что новая аккредитационная модель будет распространяться абсолютно на все уровни образования. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров согласился с тем, что старая модель себя изжила и требует преобразований. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский более подробно озвучил ряд предложений от Казанского университета. Важно, чтобы все показатели, которые, как мы считаем, определяют качество образовательной организации, качество образования в ВУЗе, должны быть положительно скоррелированы между собой. Если положительной корреляции между ними нет, то либо какие-то из этих показателей с качеством напрямую не связаны, или мы вообще не можем говорить о качестве, как о единой характеристике. Данная поправка вступит в силу с 1 марта 2022 года. Уже имеющиеся к тому моменту у организации аккредитации автоматически станут бессрочными. Елизавета Никитина, Универньюз.